Мы пришли в лес, нам тут все хорошо. Только мы слышим какие-то посторонние звуки там. Вот такие вот. Вот такие еще. И мы стали подозревать, что в этом лесу есть какие-то индейцы. Вот опять этот звук. Саша, берегись! С копьем еще. Ну, берегись. Это еще убьет. Приговор беру я на себя, я знаю их язык. Зачем вы говорите на вашем языке? Мы понимаем по-русски. Зачем вы пришли на нашу территорию? Это священная наша территория. Но мы не знали. Мы вас отдадим на свидание нашему королю. Король арбузов. Ребята, схватить их. Схватить. Все, на нас привязали. Ну, Саша и Максима к стволам деревьям, а меня привязали к этой листве. Я вижу прям над костром у них. И они еще будут его призывать. Ну, то есть звать его, чтобы он пришел. Он, да ты, да, арбузный король, приди. 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 Все, мы его призвали, и он сейчас должен прийти и принести в жертву. А-ха-ха-ха-ха. Так, кто опять они выживают? Как они меня заживали? Что, опять в жертву кого-то принести? Так, мальчики вроде умные. Зачем вы меня потревожили? Зачем вы меня вызвали? Ну, чтоб ты принял, что с ним делать, убивать или что? Они очень умные. И убивать их не надо, вы только умеете что убивать. Мне это все надоело. Я освобождаю их. Вас я убиваю. Знали, блин, что я вас на самом деле существую. Теперь будете по каждому поводу меня вызывать. Че, ребята, я вас могу отпустить, но только при одним условии. Что вы никому не будете рассказывать, что вы видели арбузного короля. Договорились. Идите сюда. Руку решили поднять. Ах, ты сиди сюда. Вы что, ельный? Договоритель.
Арбуз не хорош. Что вам надо, ребята? Я что из-за руки? В смысле руки? Пум! Пум! Такая самый злейший враг идет. Мы сейчас посмотрим, кто это. Да, все-таки это мой злейший враг. А как его зовут? Лесной монстр. Зовут его. Неостановимый. Когда-то мы с ним были лучшими друзьями, но он убил мое поколение. И на свободном короле осталось всего 1 миллион. 1 миллион это еще много. Ну да. Но их было 1 миллиард. Вот, а эти все виды перебили. Их самих малых осталось. Иди сюда. А ну иди сюда. Неотразимый. Нет, его достало. Сколько вам можно говорить? Не заходите на нашу территорию. Он пока не пасти не порвешь. Все, он под... Ну что, я могу вас упустить. Но при одном условии, не дай бог вы расскажете, что видели короля арбузов, я приду в ваш город и превращу вас в труху. Вы меня поняли? Да поняли, отпусти, а то мы как мартышки тут болтаемся. А вы покачаетесь. Да разорви, у тебя сил, у тебя больше. Ладно, сейчас у всех разорвется. На счет. Раз, два, три. Я у всех порвалась. Ну что, ребята, вас на телепортировать? А вы умеете пользоваться телепортом? Ну, естественно. Теперь я буду спокоен. Теперь никто меня не будет вызывать. Ребята, насчет раз, насчет пять, ну, телепортируйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ну мы обратно телепортировались. Да, это было все правда. Вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.